Всем здравствуйте! В эфире «Первые городские новости». В ближайшие минуты подведем итоги четверга, 12 сентября. Расскажем о самых важных и интересных новостях в городе, ну и посмотрим, какие темы сегодня активно обсуждали в социальных сетях в нашем выпуске сегодня. Движение по кругу, эксперименты на перекрестке Воровского-Попова не заканчиваются. Там все-таки сделают кольцо. Холодно зимой, парилка летом, кировчанам категорически не нравятся новые стеклянные остановки. На свой вкус и цвет рисунком на заборах, прежде чем их закрасить, будут ставить оценки. Ну и Киров улетел в космос, ракета с юбилейной эмблемой города добралась до орбиты. На перекрестке Воровского-Попова все-таки сделают круговое движение. Сегодня глава мэрии дал понять, что эксперименты на этом участке будут продолжены. Он лично показал, как проезжать пересечение улиц Юго-Запада и рассказал, что концепция кольца уже проработана с ГИБДД. На строительство, правда, требуется много ресурсов, их пока нет, поэтому работы не начинают. Понятно, что необходимо строительство кольцевой развязки, и с ГИБДД мы проработали этот вопрос, подготовлена концепция, но это длительный процесс, необходимо изымать территории прилегающих земельных участков, реконструировать контактную сеть троллейбусную. В связи с этим вот временный вариант запрета поворота налево для того, чтобы как раз ускорить прохождение данного перекрестка со стороны юго-запада. Напомним, что 2 недели назад на участке поменяли схему движения. Там запретили поворот налево, добавили полосу на Попова и перенастроили светофоры. Все это сделали, чтобы разгрузить участок. Пока непонятно, помогло ли, некоторые водители до сих пор ездят у нас по старым правилам. Сейчас в мэрии мониторят работу светофоров на этом перекрестке. Если понадобится, их будут перенастраивать. Кажется, что с появлением кругового движения именно здесь пробок и аварий будет больше. Количество видео с регистраторов на других кольцевых участках показывает, что очень немногие водители в городе у нас умеют ездить по таким перекресткам. Кировчанам совсем не понравились новые остановочные павильоны. Говорят, что дело не в красоте конструкции, а в их практичности. Наши пассажиры знают толк в ожидании общественного транспорта. Видимо, поэтому им виднее, где ждать опаздывающие автобусы. Так вот, больше всего люди критикуют стеклянные стены остановок. По сравнению со старыми остановками, эти, конечно, смотрятся свежее. Но пассажиры говорят, что павильоны узкие, во время дождя и снега там будет тесно. Одной стены нет вообще, и туда будет задувать холодный ветер. К тому же полупрозрачная крыша в жару создает эффект парилки. В общем, особого восторга нет. Тем временем, каждая такая конструкция стоит больше 500 000 рублей. По данным мэрии, на замену 39 остановок уйдет почти 21 миллион рублей. Конечно, вернуть старые никто не просит, но, видимо, за эти деньги ждали что-то понадежнее и с учетом наших климатических условий. Общественный туалет, который устроили на улице Розы Люксембург, заколотят досками. После того, как о проблеме состояния бывшего бомбоубежища рассказали на Первом городском канале, туда приехала прокуратура. Все жалобы жильцов подтвердились, территория уже много лет используется как свалка и туалет. И вот открытый вход в бомбоубежище. Потому что тут общественный туалет. Тут бегают дети, во-первых, бросают мусор, а во-вторых, здесь просто общественный туалет. Сюда все ходят в туалет. И алкоголики, которые здесь выпивают, и дети, все сюда ходят. В прокуратуре говорят, что этот объект с защитным сооружением гражданской обороны не относится. Это давно частная собственность. Но по закону владелец должен следить, чтобы никто не мог свободно попасть на территорию. Чиновников, отвечающих за районы, собственника попросили срочно закрыть вход в общественный туалет. У садоводов и аграриев горячий сезон продолжается. На полях области тоже вовсю идет уборка урожая. В основном аграрии у нас выращивают ячмень, овес, пшеницу и рожь. Погода в этом году никак не повлияла на урожай. Соберут столько же, как и в прошлых сезонах. В настоящее время еще продолжаются уборочные работы. И на сегодня в Кировской области обмолочено 185 тысяч гектаров зерновых культур или 62% плановой площади. Конечно, зерновые культуры в Кировской области в основном используются на корм скоту. Кормами в текущем году общественное поголовье скота будет обеспечено. Работы в полях будут идти до конца сентября. Сельхозпредприятия параллельно активно начали сеять и озимые культуры.
Разрисованные заборы и стены теперь будут оценивать на красоту и оригинальность, прежде чем закрашивать или уничтожать их. Сначала внимательно рассмотрят. Такое решение было принято после того, как туристы смогли отстоять мурал в районе Спасской площади. Он нарисован на стене бывшей химчистки. Гости из Москвы убедили Вячеслава Симакова его оставить и не закрашивать. После этого глава администрации дал поручение теруправлениям красивые и интересные рисунки оставлять, но сначала оценивать. Вечером 11 сентября с космодрома Байконур взлетела ракета «Союз-2-1А». Борт корабля украшен символикой 650-летия города Кирова. Логотип нанесли в специально разработанной графике. Корабль должен был доставить на МКС участников длительной экспедиции. В ее составе российские космонавты Алексей Овчинин и Иван Вагнер, а также астронавт НАСА Дональд Петит. Запуск прошел в штатном режиме. Как сообщают в Роскосмосе, экипаж ракеты уже встретился с коллегами на МКС. Прямую трансляцию запуска ракеты с Байконура могли видеть и кировчане в музее Циолковского. Пригласили ветеранов авиакосмической отрасли и молодежь. Ну и похоже, у нас сегодня был самый жаркий день сентября. Температура воздуха поднималась до плюс 28, и не только в Кирове. В социальных сетях любители-метеорологи пишут, что даже на закате в области было плюс 27. Теплую погоду нам обещают до 20 сентября, но это пока предварительные прогнозы. Поэтому наслаждаемся каждым теплым днем сентября. В этом году за лето, конечно, спасибо. Это были все новости на сегодня. В студии для вас работала Ксения Зиновьева. Увидимся в городе. Всем пока.